Полипропиленовый мешок – прочная, недорогая и практичная упаковка, которая широко используется в строительстве, торговле, сельском хозяйстве и промышленности, в домашнем хозяйстве. Благодаря повсеместному применению мешков в качестве упаковочного материала, производство полипропиленовых мешков является выгодным бизнесом. Реализовать мешки можно через хозяйственные и строительные торговые точки. Для открытия бизнеса потребуется капитал в 100 тысяч долларов. Обслуживают линию 3 рабочих. Большая часть средств уйдет на приобретение, доставку и настройку технологической линии. Необходимая площадь помещения 800 тысяч квадратных метров. Кроме производственного цеха, потребуется склад сырья и готовой продукции, бытовые и административные помещения. Аренда помещения обойдется в 30 долларов за метр квадратный. На зарплату каждому рабочему потребуется 300 долларов. Технологическая линия китайского производства обойдется в 60 тысяч долларов. Сырьем для производства являются полипропиленовые гранулы. Килограмм гранул стоит 70 центов. От их качества зависит качество мешков. Технология производства следующая. Гранулы перемешиваются с красителями и добавками. В экструдере смесь превращается в пленку, которая охлаждается и нарезается на нити, наматывается на катушки. Далее изготовляется полипропиленовый рукав. Этот рукав раскраивается. Каждая деталь обрабатывается, подворачивается и прошивается. Готовый продукт укладывается в кипы, прессуется, перетягивается и передается на склад. На нарезочном станке находится флексографический модуль для нанесения многоцветной надписи. Из килограмма гранул делают 14 мешков. Себестоимость мешка 5 центов, оптовая цена его 14 центов. Ежемесячная прибыль составит 4000 долларов, что делает производство рентабельным и выгодным. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.